Танцоры второй пары в красном ринге Джамалай Сулумов, Чеченская Республика. Синий ринг Денис Рязанов, Алтайский край. Левая, 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 левая
Сингуринга продолжается Денис Рязанов, Алтайский край, город Барнаул. Ему 14 лет, представляет Российский спортивный студенческий союз. Боксом занимается 5 лет, имеет первый мужский разряд, провел 65 боев, в 61 одержал победу. Также 3 международные встречи, в 2 вышел победителем. Является победителем Российского спортивно-студенческого союза 2011 года. Тренируется под руководством Симонова и Подоригара. К выходу им приготовится третий парень боксеров Алексею Емельяну Москва и Геворгу Марабянову, Алтайский край. Третью пару судят рефери Журкин, боковые герои Роднаев, Гайбеков, Акопьян, Савкин. В этом бою победу одержал Джамалай Сулумов, Чеченская Республика.